Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. Многие болельщики «Зенита» переживают, что в их команде слишком мало воспитанников футбольных школ Петербурга. Сейчас основной поставщик талантливой молодежи в главную команду города – «Газпром Академия Зенита», расположенная на улице Верности. На полях спорткомплекса можно пройти весь путь становления футболиста – от детских выступлений до игры за главную команду города. К спортивному комплексу в районе метро «Академическая» на севере Петербурга относятся несколько тренировочных полей и залов. Доминанта комплекса – стадион «Смена». Его название сохранилось от прежних времен, от названия детско-юношеской спортивной школы «Смена», которая была преобразована в Академию «Зенита» уже более 10 лет назад. С 2018 по 2019 годы стадион «Смена» был перестроен. В результате реконструкции его вместимость увеличилась с 1 до 3 тысяч зрителей. На арене проходят матчи различных команд «Зенита», в том числе «Зенит-2». Эта команда – последний шаг на пути к основному составу. Также на верности выступают женские коллективы и команды юношеской футбольной лиги. Арена на верности настолько удобная, что даже главная команда «Зенита» проводила здесь матчи летнего предсезонного турнира. В конце июня чемпион России обыграли на смене соперников из Нижнего Новгорода и из Сочи. Оба матча команды Сергея Симака собирали аншлаги. Клуб организовал здесь для болельщиков такие же яркие фан-променады, как на матчах чемпионата России на «Газпром-арене». О соответствии стадиона «Смена» высоким стандартам говорит еще один важный факт. В Петербурге всего 3 арены с натуральным футбольным покрытием, которые сертифицированы для проведения профессиональных соревнований, то есть матчей 2-го дивизиона и выше. В число этих 3 стадионов входит именно «Смена». Работники на стадионе «Смена» в «Газпром Академии» трудятся, не покладая рук, каждый день. Постоянно работают агрономы, горят лампы. «Лично видел, насколько тяжело содержать натуральное поле, и представляю, каких трудов это стоит», рассказал «Спорту день за днем» защитник Илья Кирш, проделавший путь от юношеских команд Академии до «Зенита-2». Он уже прошел сборы и со взрослой командой. За «Зенит-2» и команда «Зенита» в юношеской футбольной лиге Илья Кирш забил не один мяч и в том числе забивал на смене. Детско-юношеская спортивная школа «Смена» была основана в 1968 году. Самое известное поколение выпускников «Смены» – поколение футболистов, родившихся в конце 70-х – начале 80-х годов. Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Андрей Аршавин составили основу того «Зенита», который в 2007 году впервые в новейшей истории выиграл чемпионат России, а к 2008-му сенсационно завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. В качестве директора Академии «Зенита» руководит клубная легенда Анатолий Давыдов. К работе в Академии подключен и заместитель генерального директора «Зенита» по спортивным вопросам, тот самый легендарный Андрей Аршавин. С командами Академии работают бывшие игроки «Зенита» – Константин Коноплев, Максим Мосин, Евгений Тарасов и другие. Своей целью Академия «Зенита» называет воспитание футболистов, достойных выступать в главной команде города, а также образованных и уважающих традиции своего клуба людей. В прошлом году команда «Зенита», прошедшие подготовку в спорткомплексе на улице Верности, стали победителями в обеих возрастных группах юношеской футбольной лиги России – до 17 и до 18 лет. Их успехи отражают стратегию развития клуба.